Всем привет, призыватели! Скажем сразу, ролик очень маленький, лишь потому, что здесь почти все повторяется с 11.6. С Джинкс ничего не изменилось в плане советов и сборок. Для КСы стали советовать силу Шторма или Кракен. Тристана тоже осталась при своей и ничего не изменилось. У Кейт изменилась чутка сборка, но по факту и то, и другое норм. Единственное, что реально интересно, это Севир через Драктар. На это реально стоит обратить внимание. По факту, выходит хороший АДК с кучей урона и встроенным щитом от умений. Такие дела, призыватели. Извините, что выпустили ролик вот так, но мы правда не видим смысла тратить ваше время. Поэтому всем спасибо за просмотр и пока-пока.